В этом пакете лежит для меня сюрприз. Интересно, что там? Сейчас открою. Вот, это арбуз гигантский. Вот он какой. Ой. Майский арбуз. Интересно, он хороший. Может и зеленый. Сейчас я его разрежу и посмотрю, что там. Ой. Вот он какой гигантский. Тут 11 килограмм. Сейчас буду его мыть и резать. Так. Вот он какой огромный арбуз на всю раковину. Еле поместился. Сейчас мы его будем мыть водой. Сейчас мы его будем разрезать. Посмотрим, какой он внутри. Или мы его разрезаем. Арбузик. Ой. Так. Сейчас посмотрим, какой он. Та-дам! Вот он. Ой. Какой красный. Красивый внутри. Одна половинка и другая. А где косточки? Красный. Надо будет попробовать, как пахнет вкусно. Попробовать, какой он на вкус. Не помещается даже весь кадр. Давай, отрезай. Попробуем. Арбуз был очень вкусный. Его можно так есть ломтиками, а можно ложкой есть. А вы как едите? Ложкой? Ложкой или ломтями? Такой гигантский арбуз у нас. Первый арбуз. Очень вкусный получился.